Россия – многонациональная страна. В мире и согласии здесь живут свыше 190 народов. У каждого есть свои традиции, культура, но мы едины. Общность территории, история и, конечно, язык, на котором говорят люди разных национальностей, благодаря которому понимают друг друга, нас объединяют. «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык», – писал Тургенев. Так звучит название муниципального этапа регионального конкурса чтецов для обучающихся с неродным русским языком. Организованный Щелковским учебно-методическим образовательным центром и Центральной библиотекой при поддержке Комитета по образованию администрации муниципалитета конкурс проводится из года в год. На этот раз его площадкой стала библиотека семейного чтения. Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны. Вечно достойны. Люблю я землю, тень ее лесов, и море ропоты, и звезд узоры, и странное строение облаков. Потертый, красный переплетик, чуть легкий выучен урок, бегу тут час же к вам, бывало. Уж поздно, мама, 10 строк. Но, к счастью, мама забывала. Мы рука об руку многие годы идем вместе со сферой образования. Мы дополняем друг друга. 27 учащихся из 15 образовательных учреждений приняли участие в конкурсе. Проводился он в двух возрастных категориях среди учеников 6-8 классов и 9-11. Семен Гудзенко. Перед атакой. Когда на смерть идут, поют, а перед этим можно плакать, ведь самый страшный час в бою – час ожидания атаки. В полном разгаре страда деревенская, доля ты, русская долюшка женская, вряд ли труднее сыскать. Чу, в самом деле, двери глухо заскрипели, кони топнули, и вот… Входит старый коновод, дверь лишь запирает, шапку бережно скидает, на окно ее кладет, а из шапки той берет в три завернутые тряпицы царский клад, перо жар-птицы. Выступления конкурсантов оценивали сотрудники Комитета по образованию, учебно-методического образовательного центра, учителя-словесники и библиотекари. После подведения итогов победители представят округ уже на регионе. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.